друзья, сегодня 9 октября 2021 года, Сочи. Триатлон. Соревнования продолжаются. На пенной церемонии, на второй позиции сейчас располагается Денис Кристи. Iron Star Сочи 2021. Километров вчера, первый день проведения.
Степанов, чемпион России. Дебют на железной дистанции и сразу же феноменальная победа на Iron Star Сочи. Браво, Алексей! Невероятная гонка! Просто супер! Ну что ж, будем надеяться, есть сейчас еще несколько слов найдется у Алексея, чтобы поделиться с нами своими эмоциями после финиша. Ну что, железная дистанция, поздравляем, первая железная дистанция. Кто ли это чего-то ожидал или, может быть, было легко? Ну, как-то все пролетело с одной стороны, с другой стороны, как целую жизнь прожил, столько раз всего менялось, и, ну, кризисы случались. А вроде было и просто ощущение, как на длинной тренировке, то есть все так менялось. Это, конечно, совсем другая история. Одно дело слушать рассказов, чтобы другое дело испытать на себе. Ну, действительно, это что-то особенное, отличается от других дистанций. Результат 8.22 – это то, на что рассчитывали, может быть, хотелось все быстрее или даже, может быть, думал помедленнее проехать эту гонку? Ой, я даже не знал, честно говоря. Ну, в том году, по-моему, Гоша 8.40 или 8.50 сделал. Я думал, если получится быстрее, то супер. Вот я пока бежал, думал, где-то на это время иду. Ну, 8.22, в принципе, по этой трассе. И для первого раза я как бы ехал вообще, ну, по ощущениям старался с запасом, ну, без опыта. Так что 8.22 вообще более чем устраивает. Как складывалась борьба с Андреем Брюханковым? Ну вот, в начале на плавании он там уплыл, дальше стал свидетелем того, как он там стоял, или удалось обогнать? Ну, а у Андрея какая-то наверху, там, на Красной Поляне, на первом кругу, техническая неполадка случилась. И я когда увидел, что он стоит, я прям, у меня мотивация на какое-то время пропала, потому что мы первый раз он не догонялся так легко, как обычно, вот. Плюс я боялся сразу топить, чтобы его догнать, как на половинке. Было и очень интересно, и тут такая ситуация, так что я даже подрастроился. Но потом на беге мне уже было так тяжело, что я думаю, хорошо, что хотя бы Андрюхи нету, и мы с Гошей там конкурируем спокойненько. Ну что ж, в итоге устал или не устал? Устал, ноги как будто дубинкой отбили, а так, в принципе, функционально вообще нормально. Ну что ж, поздравляем, Алексей Калистрадо! Я еще хотел сказать, что... Посвящаю эту победу бабушке. Я не стала неделю назад. Но она вложила всю себя в свое время. Того, кого я стал. Максим Иванов! Город Краснодар, станица Старокорсунская. Четвертый старт для Максима, третья половинка. Прошел год с момента первого погружения в триатлон. Есть желание сильно улучшить свои результаты в прошлых половинах. Изначально было это 6 часов 20 минут. Сегодня мы выдержали 6 часов. Всем мы поздравляем. Бесплатное питание, гречка с курицей, либо гречка с грибами, чай, энергетики бесплатно дают и бананы бесплатно раздают, воду. Всем желающим! А бесплатные обеды здесь дают, кормят людей.